Голландский парламент в настоящее время обсуждает вопрос о возможности легализовать эвтаназию для лиц в возрасте 70 лет и старше, которые устали от жизни. Действующий в Королевстве Нидерланды в настоящее время закон, принятый в 2002 году, разрешает людям в возрасте 12 лет и старше просить об эвтаназии в случае, если они страдают от неизлечимой болезни или невыносимой боли.